Налево. Смотрите сами, можете, да. Я потому что выйти хочу против Фуриона стоять. А там надо идти? Да, да. Просто там реально... So terrible damage. Олег, вообще я с тобой еще хотел серьезно поговорить насчет ликантропа. Короче, вот, допустим, те же ситуации, только у нас, допустим, в легкую идет ликантроп соло стоять против какого-то героя, который будет не слишком силен против него. Да даже, на самом деле, может против Клокверка идти стоять, он будет ласхитить там великолепно. И помогать на трипле своим хавлем могучим. Ну и на мете, соответственно. А потом просто там so fucking terrible damage. Короче, у меня что-то реально загорелось жопу насчет ликантропа. На топе Бэйн, на топе Бэйн. Возможно, он завардил здесь, как мне показалось. Ну вот, чисто мое мнение, что он здесь завардил. Давайте так немножко прошан. А, тут, походу, внизу она будет. Пизды ему. Яд. Так, а ты что, тычку не дал ему? Да, ты хоть можешь стоять на дашле, там немного колды, и что-то пешку покупать. Там на сейве все дела. О, смотри, смотри, смотри. Ассистенс. Блядь. Инвиз еще снизу, да? Ладно. Короче, гайз, знаете, в чем говно? Говно в том, что мы не были троем на руне, мы бы таких пизделей бы там дали. Говно в том, что вы вард сюда не поставили просто и все. Ну это не ко мне уже на самом деле, это вообще да, вард надо ставить там. Вард ставите, вы видите, все хг к вам не подходит. В инвизи, Бэйн. Ну, я типа теперь с грейвом, просто... так что, ну в любом случае, короче, мы под чиллинг тачем и ебалом сильно разбиваем очень. Я не знаю, Йоку не слышал меня, я же сказал подойти на, к нам. Меня крипал вообще. Да, из understanding, guys. Закинешь нам хуйню? Закинул. Вы закинули им? Да. Я вот этому дам. Давай, давай. Я вот этому дадим, ты все равно сдохнешь. Что я купил? Нормально. Он не сдохнет сейчас, вот нет. Не сдох. Так, короче, я с ботинком буду, сейчас им пизда. Там почти третий левел уже почилкой, просто разъебем этого кентавра и всех его друзей. Родственников и близких. Так, все, есть третий вивера сейчас. Теперь вообще им не надо давать подходить к крипам. Можно даже, как мы сейчас прогоним, по тауэр зайдем, можно поставить вард на отвод им, чтобы у них вообще опции не было. Вот сейчас кентавра сможем убить или кого-то? Сейчас он подойдет, если поближе. О, подошел, все, можно хуярить. Теперь Бэйна. И в этом замедлении дам еще. Ладно, достаточно. Опа, да, кентавр. Ну, короче, все, им пиздец больно, у меня еще эти кларити осталось много. Тут были сентри? У них, да, были сентри. Не, я имею в виду на линии. Хуй знает. Так, что там, чилка, скоро? 12 секунд. У меня так, хилка появилась. Обкуры с тебя, потому что я бомж. Окей, я сдам. Дабл сделали, но сейчас... Пойдем посмотрим. Чек. Надо не дать, отвести им просто. А, либо можно, да. Есть вард, можешь сюда поставить. О, смотри, давай потрогаем немного. Ой. Вот надо с чилочку сейчас хуярить. У меня хилк есть, все есть. Вот это я зря сделал. Бля, мне саленс дали. Кентавр маны нет, 5 стиков у него есть. Чай этого разъебем, я тебе дам. Давай. Умей. Фурион летит.
Я тоже подхожу. Ё, что, Фурион летит? Или чё, он там? Он летел уже. Я тебе тангу дал одну. Угу. Ничего, смотри, с этим поделать не могу, что он летит. Я иду. Ну, я не успею. Тянь. Он сдохнет. Так, хорошо. Короче, ну трипла у нас... Будет, можете на мид это, ну, с макет кто-то подойти. Трипла у нас вообще нереально жесткая. Точно дазл все-таки. Я могу, у меня много левела. Давай я прям сейчас пойду. Хорошо, стой. Только там руна, скорее там всего, вар. Там вар. Так что я как-то это... Тогда я пока постою, подожду там врагов, потому что по варгу идти такое не камильфо. Так, у меня пока ДПшки нету, только арканы купил. Сейчас после аркан ДПшку возьму, буду тоже к вам прилетать. Блин, мне бы на самом деле пятый здесь взять для замедления максимального. Нормально, вы помогаете. Спасибо. Фуриона дека нет на топе. Так, это что за хуйня? Тут в центре. Ну, ебал ему разбили, и достаточно. Я на шестой как пойду чекать на меди... снизу руну. Мид выходит кто-то. Так, Фурион выходит в мид. Так, никого не было? Ты купишь? Алоха. Ой, да, да. Блять, Виндекс, прости, пожалуйста. Как ты меня назвал? На самом деле, не расслышал. Да, вы просто делите экспу, на самом деле, нанесу. Лучше бы оставили ливеры и сходили бы в мид, ребят. Ну, типа... Мы кентавру не даем экспу, вообще нет, ноль. А у них там варды стоят. Да не нужен нам этот кентавр, ну хуй этот кентавр. ТП будешь делать? Приходите, да, я тоже могу. Давай, агрессивно. Леген внизу. Я варды поставлю потом, миди. Нужен кому реген? Ну, я подозреваю, что Драгон Найту не помешал бы. Вообще можно попушить мид. Я сейчас только форму заюзал, я могу пойти перетянуться, и мы сломаем там. Да, давай тавер сломаем на миде. Русский Витязь. Я курицу на себя перенаправлю. Вот, снизу вот есть кентавр, правильно? И снизу есть вивер. Кентавр, вивер, да. Вивер, кентавр. Не, ну я сейчас как обезьяна по лианам распушу, ну, распушу свой топ и приду к вам. И в миде. Я могу как-нибудь вот так вот зайти, не знаю. Лучше на мид на самом деле приходи, там будем грязь. Ну вот делать. Я и думаю, да. Мы троем сейчас просто напросто можем всю команду их убить. Блять. Да, ладно, перекурю, ребят. И на будущее, когда в хард идем, не надо здесь топить крипом. Все просто строим, здесь пизды стали.
первом. Не, ну, когда у нас, ну, доминируем, короче. А Варфи здесь не хотел ставить, чтобы поставить его вот здесь вот. Не, короче, слышь, вард самый жесткий, когда идешь на хард, это вот сюда ставить, на клиф здесь ставишь, типа, и он до сюда смотрит. То есть, как хоть на хард не надо там стоять, просто так, если врагов там нет. То точно могу сказать, или зовите меня, если я поставлю такой агрессивный вард, я приду к вам. Или приходите сами ко мне, вы просто отнимаете экспу вивера, вообще нет смысла. Так в смысле, мы там деремся пиздец как? Там вивера могут убивать, там Скайрас, Мак и Бейн и друзья все. Не знаю, подождите, вот если этот вард стоит, то мне кажется, нужно приходить мне туда. Ну вы позвали бы меня, только сейчас заметил. Этот вард стоит, чтобы они не делали отводы. И мы вот здесь вот стоим, и мы видим их передвижение, они нас там могут зацепить. Ну типа, вам лучше сюда поставить, чтобы виверы не цепляли, а самим уйти куда-то. Или же вот этот вард и давиться самим сюда, знать, кто там куда-то прилетит, я не знаю. Видите позиции. Когда стоял этот вард, мы стояли здесь, мы не давали делать отводы. Короче, следи лучше за вот этой вот частью. Я-то слежу за ней, просто, ну типа, ничего не делаем, пришел ко мне Фурион просто. Ну, а это вот этот парень. Не, он и к нам так и пришел. Не, вообще про Фуриона я сообщал. Типа что-то, то, что-то делать. Типа, если мы ничего не делаем, я могу отойти и ничего не делать. И могу прийти к вам. Наверное, мне не надо ничего делать. Тебе надо. Я не могу ничего делать. Core items, Core items собрать, и мы вчетвером с Тимберсовым можем низ накалять также. А вивер уже потом перетягивается на топ, фармит там и так далее. Вот эту вот вышку заберет он, когда мы экшен какой-нибудь наведем. Также с Драгонкнайта можем перетянуться и в миде, чё? Можем раньше экшен делать, я об этом говорю. Ну, да нет смысла делать раньше экшен, мои харканы что ли экшен делать или что? Да нет, не экшен мы должны делать первый раз, когда у ДК появляется 6-й левел. Вот, другое я говорю, дело, что мы типа, я сказал, я или на 6-м левеле жду руну, на 6-й минуте жду руну, иду на мид. Это первый вариант. Или ты к нам приходишь, мы снизу кого-то убиваем, забираем тавр. Лучше, конечно, делать это на миде, потому что заодно поставить вард, может быть, СФ убить. А сейчас, типа, пока там с вардами вивер один постоит, ничего страшного там не будет. Тимбер пойдет вверх, пойдет на мид, мы заберем тавр и пойдем, будем ждать следующую форму, чтобы убить еще один тавр. По полочкам все, по полочкам. Срачи на пустом месте возникают. Типа, то, что мы снизу хуярились, это заебись. Просто мы могли бы делать это лучше, это уже другое совсем. Тут как бы особо макро игры нет. Потому что у нас пик, у нас трипла реально охуительно сильная. Мы там можем всех ебать. Даже своих, при желании. Кстати, кто знает, как Chilling Touch относится к Geminate атаке? За одну Geminate атаку он два заряда забирает. То есть Вивер делает сразу, ну... То есть он сразу по плюс 50, да, делает? Да. Он типа делает, ну, знаменитую одну тычку, вторую. В промежутке летит еще третья с Geminate. То есть там сразу, грубо говоря, минус 300... лица. Я на гирокоптере тестил Chilling Touch недавно, то есть ты делаешь один выстрел с лаккеноном, у тебя все заряды пропадают моментально. Ну а если целей больше, чем 5? Как... То он на пятерых ляжет, а на остальных нет. Рандомно или как? Нет, по прилетанию, по прилету снарядов. Типа, которые ближе стоят, да? Ну как снаряды первые долетят до куда-то, да и это. Я понял. Да, это даст плюс дамаг. Ну вообще, это было бы дико имбой, если бы за каждый ударчик по одному заряду снимал. Да. Несмотря на сколько там целей и так далее. Просто, я не знаю, собираешь МКБ, пикаешь аппарата, даешь ему еще дэмэджа. Это, кстати, нормально. Вообще такая еще вещь, то что, в принципе, аппарат можно сейчас поехать наверх, пока мы будем на миде троем, там экспу получать до шестого. То что на миде особо много пользы не будет. Аппарату надо как ну, можно раньше получать от шестого, искать везде, фармить крипов, мне кажется, ну. Да. Это правильно. Мне-то он шестой нахуй не нужен. Ты уже ведь можешь идти на топ и там пулить. Шач, а ты вот, блядь, молодец, конечно, из игры вышел и пиздить там что-то. А чё, там же нет ничего. Так, я смотрю, просто реплей. Заходи, Шадж. А, я реконнекчусь. Ща, погодите. Нет. Я просто в это время смотрел китайские реплеи, понимаешь, Андрей, насколько это глубоко? Так, блядь.
Не, ты продуктивно используешь, но, по-моему, сейчас китайцы вообще не играют, они же там у них решафлы. Нет, я сегодня купил билетик, и они играют. Вот команда Юби, там звездная, я на нее смотрю. Звездные, звездные, звездные. А, слушай, это ты потом мне тоже скажи, что за турнир, я тоже билетик возьму, все буду смотреть. Я кстати, ждал, пока китайцы начнут играть. Я бы не смотрел на них сейчас, потому что... Да, да нет, отжимайте, слышишь? Сказал. А, ты еще не тут, да? Я не тут. Я, короче, варды у тебя спизжу, ты иди там шестой получай себя, а я буду... Наоборот, идет на топ, я иду в мид, да, все. И мы троем сейчас тавр собираем, форму... И мы делаем Актион, Ле Актион. Ле Актиону, Ле Актиону, правильно говорить. Вот, еще я возьму, наверное, какую-нибудь урну себе. Так, все, я тут. Я буду дазлом с урной. Ну все, видишь, как пауза на пользу пошла? Реген внизу оставить? Да, да, возьму сейчас. Так, здесь... Продуешь? Угу. Сейчас у них здесь варды-то я спалю. Не видно, я тоже боюсь выходить, меня убить надо. На топе фурич. Вот здесь Скайворот. Да, Скайворот. И Бэйн тоже тут. Все, там иллюзии тауэр хуярят. Драконьей формой. Я подхожу в бит. Сейчас будем ябать его. Сейчас скрипы пройдут. Скрипы проходят. Я выхожу без пола. Ага, Гойло. Гой, я иду. Могу пройти. Фраг самому сильному достается. Короче, по таурам стоял. Ну мы сейчас перетянем их. Или перетянем, или дадим тебе бонусов. Шары или там немного. Тут Ваня. Точно. У нас все, форма дракона кончится. Форма дракона. Короче, можно так заплевать, в принципе, тавер. Да нет смысла, мне кажется. Нам типа дамейдж нанесли тайверу, я пойду на топе Фуриона прогоню. Ну давай так, я тогда к Виверу поехал. Миди хотят, хотят миди. Точно? Хули не хотят, там бен 4-го. Хотят левого. ДК в миди. Значит, снизу зеленый свет. А, ну да, там еще у ДК есть 6, я так что на миде постою, пожалуй. Кентавр. Я попал с киллами, Виндекс, ты видел? Молодец. Кентавр тут. Можем убить сейчас, Сэф. Я шестой. Можем. А хотя, нет, давай ты не пались лучше. Не пались, возможно, не вард поставили, я сейчас просто с аппаратом убью. Лучше уйди. Мы нет, можем с аппаратом убить, да. Меня. Пойдем тавр разберем. На топе руна? Да. Инвиз. У меня просветок нету. Го тауэр? Короче, ты вардами занимаешься следующий. Окей. Я курицу несу на мид. А, возьмешь какие-нибудь сентрили, да? Есть кого-то? Четыре варды. Что? Три варды нужны сейчас. Шестой же, да? Это шестой или что? Да, шестой. Ну давай. А снизу, может быть, лучше ульту дать? Я снизу дал. Куда-нибудь давайте уже. Давай, я прилечу на них. Или пешком приду. Сюда лечу. СФ на беде будет тауэр пушить, я пошел туда. А, надо пушить. Блять, да. Он заберет сейчас тауэр просто в соло. Заебись. Мне снесли мид и мне создали тоже. Я вот этого тоже не понял. Мы не смогли зацепить снизу, ну типа... Нечем. Ну цепляю я только, да, поэтому я лечу. Гоу, снизу побьем тайвер, у них нет ульта у кентавра сейчас. Просто побьем. У нас он вижен стоит за тайвером. Я крипов убью, наверное. Сверху. Ну нет, это ты можешь дунешь. Давай, 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 давай. Ты дунь, я заберу. Ты наверх будешь. Я маны залью через 8. Ну вот, у нас уже полезно. Тут забрали. Сейчас маны залью. На медиа еще пойдем забирать. На СФ и гоу заберем. У меня будет на топ, если что, ТП? У меня пока нету. Принял курион. СФ идет на топ. Или куда он идет, я не понимаю. На топ. Пусть мне тут пушит и пойдет на топ. У них ульты у кентавра нет, а у тебя есть замедлить СФ? Вот, 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 замедлил. Тут четверо. Можешь ульт дать в СФ аппаратовский? Ребят, топ дефим, дефим, топ. В СФ надо ульту, можно убить его. Он умрет, если ульта.
хорош. И на меде тавр еще брать. Ну тапе заберем, давайте подеремся на тапе. А что делаем? Так, нажал там кентавр. Кентавр с Владимиром. Я сейчас полечу через 5 секунд на топ. Все, лечу. Все подлюбманы. Дальше. Гоу дальше. Гоу тавр бэкдором просто. Пока форма есть. Блин, я хотел тоже угло купить, но что-то я долго ее не покупал, поэтому уже поздно. А, помажь меня ботлом, Олег, может, разок. Так, я, короче, арканы сделаю. Идем, не заберем. На меде таурщик каленый, можно сверху побить немного. Нельзя так идти, надо идти. Кому аркан? Здесь бахнем. Мне арканы нужны. Собирайтесь. Собираемся. Хотя, нахуя мне арканы, если они у тебя есть? Правильно? У меня почти... лучше Юл возьму. Почти кровавый камень. Ангар по кентавру. А что, зацепишь его через ульту? Нет? У меня нет ульта. Я вижу. Портуется синий Бэйн, на Т2 портанулся. Я могу в тузак ним долбить. СФ что ультует там сбоку. Меня ультанет, меня ультанет. Я одни еще. Там минус много армора у всех. 10 стиков у кентавра. Я лучше, блядь, форстав все сделаю. Проблема с позишном у нас. Вышел. Я нашел кейс. Можем размотать их, слышишь? Вот. Давай, размотаем, я ТП делаю. Че, пульту аппарата скоро будет? Ну да. 10 секунд. Да меня что-то хотя доебывать. СФ можно. Я лечу. Ага, да, собрался. И на меде еще тавр надо брать. А, бомба. Бьем Бэйна. Я его пытаюсь намазать сейчас. Покажешь, смажу, если он пошел простым путем. Сдохнет. Угу. Не, он не простым пошел. Дайте тавер. Благодарю. Куда Иван делся? Иван. Бэйна. Хитрый какой, думал, спрятался. У нас форма есть, го дальше на меде. Есть ману у кого-то? Да, подойди сюда, в магазин. Я продаю ману. Последний раз, последняя мана. Че, ты купишь шапсы или мне заняться? Я куплю. Давай. Я еще, наверное, и смог куплю, а то что-то смоков у нас тоже как-то мало в игре. Ну я аганим буду драть. Ну да, только тавер падает. Я, может быть, да, отходите, расходи. Ну расходите здесь, не на что смотреть. Пока варды хочу поставить. Го в смоке, парни. Вчера слушай меня. Короче, ладно, похуй, давай хотя бы вдвоем. Что-то мне лагать начало, по-моему. Ребят, не стоит там туда идти, вдвоем. Там 5. А, ну, варды. Понял. Да, у меня потери пакетов какие-то пошли. На меде СФ, судя по всему, вся команда. Бэйн. Так, я ухожу отсюда. Давай, вот они что-то хотят. Я сейчас зацепит Ваня. С мидасом СФ. Вардов нету нихуя. Форма у ДК скоро будет. Будет лотар, можно будет идти. Можно Рошан забыть? Бэйн в смоке. Не Бэйн в смоке. Понял, ну подходи. А го убивать их теперь? Давайте, арбуз найдите. Кентавра? Кентавра, может быть? Да, го кентавр больно сделаем.
Сейчас догоню его. Бедный кентавр. Ну, блядь, это дичь, ребят, чего тут? Жизнь такая. Пойдем, Рошана? Я за Ваней бегу. Кентавр не будет 30 секунд, ульта тоже нет, можно брать. Идите на Рошана, я может что-то отпущу, или что? Да вместе побьем Рошана, потом отпушишь, успеешь. Или нет? Ты вон впитай давай лучше. Ну, я подпитываю, что. Давай, может идти сюда. Может идти сюда. Заряжаем, ребят. Может идти на топ, на топ, на топ, на топ, на топ, на топ, на топ. Сейчас, да, где их подрубим пока, пока я поднимаю там. Да, мы сами справимся уже. Я забираю. Да. Здорово. Скайраз Газыев хочет. Не, не хочет. Просто бьем, бьем, быстрее надо бить. У нас не 5 тут. О, вард. Бен что-то хочет. Аккуратно там может спить вот. Вард все равно надо забрать. Я могу вот куда-нибудь отсюда зайти. Я иду уже на них. Там есть смотри или нет? Там он вард стоит только, обычно. Я иду за ними. Давай, я еду на цель. Я кента нашел. И меня тоже нашли. Можешь? Хорошо. Он что-то... Не стали не убивать, не забежали. Там тушить. Попробуй спить кого-то. Давай. Кентаром можно все слить на самом деле. Ты нажал. Все, прямо все-все-все. Можете? Гол? Гол-гол-гол. Давай. Все в него. Здорово. My backness. Все четверо на торрент. Нам пушат топ и низ. У нас глифа нет. Уже можно защиту древних устраивать. Надо отходить, надо отходить. Снизу защиту я древних топ. Кто устроит? Кто его слепал? Походу снизу никто не устроит. Снизу уже никто не устроит защиту древних. Блять, и мы на меде тавр не сломали в итоге. Мне надо было на топ, наверное, лететь. Или ты сам снизу? Я без ТП. Вообще как странно. Снизу возьму хост. Я заберу. Окей, давай. 100 золота! А, хорошо. Пойдем на медиа тавр добьем. Шач, ты я может провалась и сделаешь? Отпушивать Тимбера. Ой, Фуриона. Этих ребят, да? Сейчас да, я вард думал, захотят это брать. Го. Они кайс уже берут вард. Не, не надо, не надо. Вы без меня пока что. Они промахнулись. Он вернется. Они боятся. Отгоните, но не. Хорош. Не все, не будет им 50 золота. Нахуй, блять. Хотя я мог сентри поставить, сломали бы, но. Дополнительный динай в копилку. Он пропадал. Че, купишь шапсы? Конечно, шапсы купить. Я нашел пеньков Фуриона. Он пропадал там секунд 30. Может быть, и сам братишка где-то тут? Да, 11 левел у меня есть. Полога. Он здесь, братишка здесь. Смотри. Виндекс. Бежит, бежит. За дрон! Я топ отпущу до конца. Стоп, если он только не даст. А, какая стратегия у ребят? Стан тп аут? Да. Гос формы таур сберем. Я подбегаю на низ. На мид. И не знаешь, что у меня с вами нет? Сломаю. Да, да, да. Меня заслипали. Плохая была идея. Сэв с БКБшечкой. Ой. Ой. В натуре ой. Я уже чувствовал, как ты суицид хотел жать. Да я тыкал на него все это время.
Видимо, они завардили кто-то здесь. У Фариона третий некрономиконы. По 200 голды. Сплошные. Так, ладно, ТП-шку я выкладываю. Че я купил? А, ну ты сразу же возродился. Ну с меня стрик вроде сняли небольшой. Короче, у нас вивер сейчас ДД. Вот, у нас вивер с ДД, вот это вот все-таки дозабрать бы, пока лайны пропущены. Ну пятером-то мы можем пойти теперь, когда вот, лайны вот, отпущены. Вот, потом после тавра сразу можно смок и вот так вот варды поставить и снизу тавр забрать. А потом шач летит наверх, дефит тавр, потом через некоторое время рошан. Потом я покупаю еще один смок, с Аегисом мы идем вот, вот так вот, убиваем этот тавр, когда шач отпушивает сверху уже, соответственно. Вот, и заходим, соответственно, отсюда. У нас мики нет. А это... да. Мог бы сделать, наверное. Да не, мне форсик. Хорошо. Так, гайс. Значит, потом по стратегии... Кто-то вниз, я нажимаю. Не-не-не, мы вниз, а ты... А, ты да, сюда хочешь? Да-да, вниз го. Я на топ и прилечу к вам. Понимаешь, да? Если что, типа я уже с вами буду. Да, здорово придумал. Так, гайс, надо за мной сейчас вард поставить. За тобой, да? Да-да-да-да-да, за мной все идут, я смотрю, заебись. Василёв, что ты с Макея это решил? Справишься. Мне хода просто терять время против Фариона, на самом деле. Так, а мы ничего не теряем, у нас шаги. Мы шаги ничего не теряем. А Эви скоро пропадет. Там могут бойны уже появиться и убить его. Меня? Я не буду тратить даже этот. Я иду гних пешком. Эвис пропал. Надо гних подрубать мне, наверное. Ну хотя я на динай буду подрубать. Я могу вступить уже на визи холоды. Так, я... Я ульту пустил. Возьму, все возьму. Гем. И, кстати, где-то здесь вард был. Курица. Так, убьем. Где мой сэф? Ой, сэфа здесь. Ну ты бери. Тебе нужен? Не особо, не знаю. Так, наверное. Что-то я, кстати... Так, ладно, я пойду органим дофармлю. Читай, впитывай, надо было мне меку собирать, если никто не собирает у нас. На этого парня, дадите как? Ультаппарата есть, только ультаппарат откатился. Все видят уже, где-то варды. Давай лучше мне гем, если ты не будешь называть варды. Снизу на фуруче будет ТП шач? Да, будет. Только крипы далеко, он вон, видишь, куда портуется? От на топе, да? Окей. Окей. Он на топ сейчас притягивается. Тут где-то вард на миди еще. Все, он дальше идет, пойдем. Давай. Открой, вот у нас здесь деревья выпилены. Ну, не знаю, что у нас там не 5. Хаус, он от дазла делает. Уёбок, блядь. Выигрываем первый раз за пак. Хорошо, парни, блядь. У меня BKB. У меня нет телепорта, чтобы попасть наверх. Так, Олег. Тоже не то. АСФ, давай? Нет, он с БКБ. Только мы, ну, кентавр и даггер. А, не тут вижу. Хотя нет, слышишь, там братишки уже идут. Угу. Так, Ровшан, в Ровшан пит. На, и собираю, хожу ТП-шки, уже коллекция. Ну, моё даже ТП есть. Ну да. Типа, знаешь, ТП-шка про игрока. Да, стандартная хуйня. Они идут разбивать варды, этот вард идут разбивать, сейчас все разобьют. Хотя защитить его. Можете защитить и пойти туда. А, не, они к вам вот так идут. Или нет. Я не понимаю, что они делают. Тут дизинформатор. Знаете, знаменитый видите? Вард. Ломает. Так, фурилен сверху. Сиську взял. Смотрю, да ну. Не отпушу топ, точнее я иду на топ. Тимпер может вниз отпушить. Да, Тимпер вниз и наверх поедем. С бейном-то они меня убьют. Файтинг. Убьют. Шач, ну нужно быть аккуратнее, бдительнее. Сильнее. Два раза.
Да, да, ты умер. Невероятно. Вероятно, да. Это нет. Слушай, а ноги не дает, наверное, потому что он уж тратил на этого. Ага, что-то я промазал ультой, ну ладно. Бам-бам-бам, Шач. Шач гейминг. Ну все, Space Created, пойдем вверх ломать. Так, сейчас я еще одну ТП-шку. Я сейчас не видел, давал у меня ульт Бендер, нет, мне казалось, что нет, если честно. Не, не давал. Меня не давал ульт. Нет, ну, в меня не давал, по-моему, тоже. Че, кому какую ТП-шку отдать, а? Мне не надо никакую, у меня своя есть. Он с даггером, я изолятор куда жду. Курицу уйти. Я сейчас им майнус армор дам, именно им. На топ портуюсь. Будьте в позиции, гайс. Все, дал майнус. Я в позиции. Не нападают. У них нету до кентавра. У меня нет БКБ. Ой, плохо все, больно. Ой-ой-ой. Нет, все норм. Бьем его, я с ДД. Я тоже. Нет, я промахнулся. Минус 23 армор. Пропал минус армор. Ло! Ой, хорош. Верю. Она сносит в сторону. Блять, мне страшно. Ладно, все, я с гемом улетаю отсюда. Спасибо тебе, Андрей. Да, не за что. Мне бы еще тот. То самое. Че на боте? Минус рейнджовый барак. Олома здесь. Ответочку. О, минус инжевый барак. Прикольно. Угу. Главное, мы засейвили гем. Все остальное приложится, ребят. Кроме инжевого барака. Нет ульта. Нет ульта, да. Человек это не знаю. Кентавра тоже нет. Так, ну надо низ отпушивать и идти уже на... А, там, кстати, Рошан есть, надо его забрать. А точно есть Рошан? Должен быть, должен быть. Ой, я, наверное, это поторгую. Нам нужен человек с урной или человек с хилом. Или человек с дизлятором. Нам вообще все нужны? Почти в случайности у нас в команде все есть такие. Шачи, ты топ? Точно топовый КПД на Рошане сейчас делаешь? Да. Я не сопушу. Шачи, идешь на базу, Генсик, к нам прилетишь? Я этим и занимался. Окей. Фурионских сом. Угу. Надо напасть куда-то сейчас, аккуратней. Вот сверху отпушить надо сом. Там с этими с. Я этим займусь. С педрилками маленькими. Сэш, кто пойдет? Или на Эншента? О, это что такое? Это что на низ? Я зря БКБ. Нет, я не зря БКБ прожал. Вот тут этот фурион. Андрей. У меня кулдаун был. Все для меня. Да, Шач, это твое. Аркадки у нас есть? Прион меди, у меня 23 секунды до ТП. Блядь, надо арканки себе делать. Хз, я побежал уже в мид. Да пойдем, а, фурион. Там еще есть. ТП нет, ТП нет. У меня ТП через 10 секунд. Раз глиф прожмем сейчас. Вот сейчас. Короче, я стану с вивером, будем бараки ломать в здании. Я выйду туда, можно будет убить сейчас. Готовьтесь ТП делать. Нам нижний барак ломает, СФ, смотри. Шач, лети, отпушивай его, мы тут разберемся. Он БКБ прожал, и я задинаю барак. Ничего себе он мутит. Там они без фуриона, но СФ снизу без БКБ, СФ, точнее, на базе без. Давайте БКБ. Давайте тауэр снесем. Я походу снес.
Бейнс Дог байбекнулся. Шишка задымилась. Вот это квадрат. У меня ТП 20 секунд, я низ отпушу и приду. Надо драться, пока у них байбек там. Прожал, Бэйн. Бэйна убить, Бэйн будет без байбека. Да. Привет. Бэйн без байбека, кстати, да. А у нас I can't forget you is godlike. Вполне вероятно, зацеплю кого-то тут. Шач, ты с байбеком там? Да. Да, с байбеком. Короче, это, давай там по максимуму пропуши, пойдем наверх. Ну, вообще мне байбек не нужен, я очень быстро ревестность, по идее, ну 11 рядов, это много. Ну и отлично. Можешь даже закинуть там, но вряд ли тебя убьют без бейна. Урна есть сейчас, сможем. Да, на самом деле, где угодно можно находиться, просто на мульты накидывать. Кто бьет виндекса? Все нормально. Сейчас улетел, все чего. Вот, да. Да, зря, но я хотел спасти виндекса. Вот это просто вот это вот. Не, нормально. Я еще мид тогда пропушу сейчас и приду к вам. Попробую развернуться, когда он будет меня ультить. Я тебя расслипал. Не знаю. Чего, блядь? Как? Окей. Провал полный. СФ там летит. СФ застанет. Ты с Аегиса возродился и нажал таймлапс. Я понял, да. Да, я это, конечно, лажал. Слушайте, а их аппарат сейчас разъебать может так-то. Ай-яй-яй, там гем, а там гем, блядь, сука. Да, это Silence был. Я хотел, Шач. Знаешь, развести там. Ну, да, джукинг. По-моему, надо опять тернисе отпушивать. Что там по гему? У кого гем? Гем точно у не у кентавра. Сефа. Кентавра вижу гем. Ну зачем он регенит? Да, конечно, со слипом я, блядь, очень классно сыграл. Они сопушища. Наверное. Это Вигр. Главное курицу сейчас не спалить. Повесить магазин. Вигр, на самом деле, важно иметь. По-хорошему шачу это делать, отпушивать низ. Вот опять сейчас, как мы типа идем по топу, шач идет по низу. И потом мы все вместе оказываемся вон там и идем драки делать. Я лечу вниз. Буду отпушивать. Вы уже в топ можете перемещаться тогда. Потому что не палиться тут. Можем забайсить. Только у тавра нужно быть заранее, чтобы я армор накинул на всех. Сейчас на топе тавр будет забирать. Да, он быстро ломает. Я плечу на то. Я тогда за тобой. Мендель, готовься тут там. Всё, ага. Я поехал за тобой. Я тоже топ лечу. На крипов. Не лечу, у меня ТП. 15 я секунд. Мен, 5. Бля, мне сайленс дали. Это слипали. А слипаете? 4 секунды до меня. Он так больно бьет. Он там непонятно. Вот шача вроде не больно бьет. Девчик. Он без ТПшки. Шача, не хочешь его взять? Ну у меня мало маны. Ага. Там еще да и балус. А что там по БКБ у него? Вот сейчас он боятся. Может бояться. Угу.
Там еще Бэйн жив, да? Ультанул Фурион. Вверх хотят. Там крипов не будет, кроме вот этих. Может, блядь? Не скину от пуш. Я еще вниз иду. Пешком. А на что у меня ТП было, а не в КД? Типа в этот раз, когда мы начали драться, у меня ТП было в КД. Точнее, когда зацепили Олега. Это плохо. Ну я типа портовался на базу и... Да, слишком медленно. Лишнего парня заберем. Чё, там Рошан жив? Должен быть. Я чекну. Да, есть Рошан. Ой, я низ попушил. Да, вообще на самом деле без Рошана было бы, ну ладно. Ну нет, это лучше вивер у Рошана, у нас вивер жесткий. Там еще сыр. Я возьму сыр, наверное. Может быть я возьму сыр? Не знаю, я желаю постоянно, и это, мне кажется, мне лучше взять. Ну давай, бери сыр. Того хп. Низ отпушен до базы был. Две драки таких было. Тебя не особо не... Я на топ пешком. Они там могут быть все опять. У меня будет инста-респаун, скорее всего, 15 зарядов. Ну почти инста, секунд 20 буду резать. Так понятно, чё. Тебя будут убивать тебя, блин. Все лучше отойти, шучу. Курицу. Давайте посмотрим керасу немного мою. Миди СФ, я не знаю, они без СФ меня не убьют. В миди СФ? Миди СФ был. Да, мне много декерас, на самом деле, еще. Пока лайны пропушат, нам все равно надо идти, на самом деле, с керасы, без керасы. Там доебалось у СФа. Я просто арборд у нас всех накину, и будет более-менее нормально. Миди не залипните? Типа двое снизу, двое... Хотя не видели снизу типа, теперь все. Пойдем, гайз, встречаться где-то. Я еще топ одну волну распушу пилой с рейнджа. И... Тогда гони, так удобнее будет. Фурион летит на топ. А я уже тут. Короче, нам в любом случае надо все вместе где-то встретиться. СФ на топе еще. Я могу отпушивать топ до конца, но типа пока они все еще здесь, я могу отпушивать с рейнджа. И портануться к вам как надо будет. Бля, ну вниз мы быстро не зайдем на рампу. Шач, ты можешь на самом деле прилететь, я армор дам. Прилетишь, Шач? Да. Да-да, давай. Давайте вместе постанки Тара не стоять. Затрачивайте, когда меня Бен летит. СФ здесь. Пошел он нахуй. Армор пока еще висит, не скоро закончится. Пойдем, может? Заканчивается армор. Ну и раз не вешай потом, когда это. Но я думал, все драка будет. Понял. Отойди немножко. Не, ломать, ломать. Я отойду сейчас, нет? Нет. Ну ломать пока Фурион на этом говне. И вверх уже дефить надо. Сейчас вместе отходить. Ну расходимся, уходим, уходим, уходим. У меня ТП КД, у кого еще? Чейзят, чейзят, они чейзят. Сэф, наверное. Да, я тут мансую от молодого человека. У нас сломались здания. Готрон. Го. Там кентавр еще сзади был. Я сейчас сэфа достаню, бой сэф. Нет, не достанет. А не достанет. Нет, не достанет. Нам трон ломает, Фурион. Третьи бараки ломает. Так я лечу туда.
Ну, нам тоже надо все ломать сейчас. Меня сбили ТП. Ну и ломать, значит. Ну, ломать здание, пожалуйста. Давайте здание. Да, неудачный имбов. На здание. Сейчас кентавр захочет. Я сбил на ТП. Кентавр, проблема, надо брать его. Ну, байбэк нашел. Этот байбэк. Сефа 60 секунд еще не будет. Го продолжать грязеводить. Вы без меня. Армор дам. Я это мид еще отпушу. Да, что для того, на самом деле. Там бараки со стены. Бля, мне сали. Я же прилечу, 2 секунды. Давай. Нет, через 15 секунд и рез, если прилетаю. Я байбэк еще оставлю себе. Ну, Фурион. 5 секунд, ребята, я прилетаю. Ладно, чтобы крипа не убили, на которую я буду лететь. На катапульт лечу. Бля, мне не крипа на больно делает. Блять, до меня доебался Фурион. Что у нас подрогать на это? Не знаю, у меня нет маны ни на что еще. Бля, Dragon Knight здесь ты? Пораньше мог бы выйти. При всем уважении. Наверное, мог. Теперь уже SF есть. Смысла мало идти. Да. Дракон дефать базу, чё. Последний враг остался. У них нет байбеков. У меня 7700 денег, я хуй знаю. Делай хекс. Хекс, дагер. Иллюзию. Хули мне с ними делать. Ты можешь хоть радик сделать, хотя ты и так быстро отпушиваешь стороны. Ну, Тараску лучше сделал. Не хочу ничего делать. Вот так. Или вон у тебя щиточек был, ты знаешь, что надо это делать. Вангвард надо было хуярить, да? В самое время. Ну, пошли все на вот. Вот там подеремся все вместе. Да. Можете убраться там? Я прилечу сюда. У меня байбек есть, поэтому я как это, ну, как Васечка. Да не, они не пойдут определенно. Не сильно пропушен. Го, короче. Имбер, мы на мид миду пойдем. Да. Короче, пофиг, главное, чтобы кто-то топ отпушивал. И пойдем цеплять и где-то драться. У Виндекс есть байбек? Да. Да. Тебя хекс уже скоро будет. Так-то. Дайте армор дам. Есть секунду, да. У меня хекс, я могу захексить этого парня. Давай, конечно. Но Фурион за хекс убил. Ладно, давай сейчас пойдем чуть-чуть. Я вот еще буду. Топ отпушить опять надо, походу, или что, или пойдем до конца? Конечно, пойдем. Но мы... Хотя, нет, слышишь, он убьет там. Он убьет барак и все сейчас. Я пойду окно сейчас, когда он подойдет. Давай, Андрей, сейчас убьем его с тобой. Он уйдет. Да не, он ушел, я не буду байбекать. Не, он останется. У него сейчас байбеки откатятся, кстати. Он останется там. Да я не хочу байбекать. Я не знаю, гайс, почему мы не вошли сразу вот здесь, когда мы с армором были? Да хуй. Я был, да? Да и сейчас его нет или есть, ты его заюзал, да? Да. Хуёво. Гора шана заберем. Или у нас до сих пор Аегис? Да он нахуй. Вообще, какой вообще тайминг? Не, Рошан нужен, почему нет? Типа у нас такая игра, что нам главное сейчас бараться. У нас время сейчас не слишком-то много, хотя Вивер быстро. Время играет. Ты без меня. Я иду. Могу чуть-чуть отодеть, в позицию, Я захожу на них. Они там под минус армором все.
Карта крутится. Нахуй, крипы, ЛВ шамотится. У меня сейчас хекс будет для этого парня. Есть хекс, есть, есть же, есть же! Идем трон. Согласен. Ребята, что ли? Давайте, давно. Просто, блядь, весь замес от крипов бегал. Бля, легкая игра. Да я вообще не вспотел, ребят. Патрон. Вот он. Это был. Тебе не дам армор. Короче, на скидочку, во-первых, мы ссались заходить почему-то на рампу, имея дазла, прочую хуйню. Вот, а во-вторых, там слишком что-то, по-моему, в ненужные моменты начали